4,5 часа в пути, и вот он, Самарский вокзал. На перроне волнение, ведь юные гости из Пензы – первые участники межрегионального проекта «Вагон знаний». Уже из названия понятно, что в поезде скучать не пришлось, а школьникам рассказывали о городе, в который они едут. Спасибо большое ведущим. Они нам как бы такие маленькие уроки провели по географии, по русскому, по литературе. Нам очень понравилось. Мы все рады. Запомнилось-то что больше всего? Больше всего мне запомнилось красивые виды из окна. Ну, так, чтобы на поезде куда-то так далеко, без родителей, сопровождения взрослых, близких, мы впервые. Есть предвкушение как-то нового, то, что будет у нас Самара космическая. На вокзале школьников встречали герои мультфильмов, экскурсоводы и первые лица города. Это первая туристическая поездка откроет целую линейку железнодорожных туров для школьников. Самарцы тоже смогут отправиться в познавательный уикенд в Пензу, но уже в следующем году. Для таких путешествий, считают эксперты, поезд один из лучших вариантов. Стоимость перевозки, она, соответственно, конкурирует и с автобусными перевозками, и становится доступными именно для организации школьных групп. И мы делаем именно в развитии межрегионального сотрудничество, ставку именно на такой формат работы со школьными группами. Целый день будет у пензенских школьников, чтобы познакомиться с Самарой. Даже мороз в -21 им в этом не помеха. В теплых автобусах они объедут весь город с обзорной экскурсией. И обязательная точка остановки, и такая долгожданная для многих школьников, это музей «Самара космическая». Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».